Я заметила однажды, как зимой кусты сирени расцвели, как будто в мае. Ты мне веришь или нет? Да уж, поверить в это действительно сложно. И все же доказательства прямо перед нашими глазами. Не зимой, но осенью решили распуститься и благоухать эти роскошные растения. Ну а на веточках вновь проклюнулась среди начинающей увядать листвы свежая зелень. Такую аномалию можно наблюдать в деревне Сутоки. Сложно сказать, что заставило куст сирени отойти от привычного жизненного цикла и вместо зимней спячки заиграть весенними красками. Возможно, злополучный парниковый эффект, а может, просто хорошее настроение обитателей деревни. В любом случае, это еще одна возможность отсрочить наступление зимы и погрузиться в позитивные воспоминания об уходящем лете.